Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу показать вам мои пустые баночки за май, которых у меня накопилось очень-очень большое количество. И, возможно, я разделю видео на две части, потому что, ну, если я покажу вам все в одном видео, то вы вряд ли будете такое длинное видео смотреть. Поэтому, ну, по сути дела, уже пойму, нужно будет его разделять или нет. А пока что приступим к пустым баночкам. Первое, с чего бы я хотела начать, это вот такой вот шампунь от Garnier Botanic Therapy. Это шампунь против выпадения волос с касторовым маслом и миндалем для слабых, склонных к выпадению волос. В общем-то, шампунь промывает волосы отлично, обладает приятным ароматом, который потом остается на волосах. Но я не заметила, чтобы мои волосы стали после него как-то лучше выглядеть, или чтобы они там стали блестящими. Ну и также волосы как выпадали, так и выпадают дальше. Но очищает он отлично, поэтому могу порекомендовать. Дальше вот такая вот парочка от Шаума, облепиховый заряд. Я уже, наверное, в сотый раз сейчас повторюсь, то, что я не люблю аромат облепихи. Ну вот, ну не люблю, не нравится он мне. Эту серию покупала, потому что как бы новинки, было очень интересно попробовать. Вот. И, кстати, аромат здесь, прям вот знаете, он не такой ярко выраженный, приторный аромат облепихи, а он такой здесь более нежный, более такой свежий. В общем, мне очень этот аромат понравился. Также эта серия отлично просто промывает волосы, они потом, знаете, такие прям струящиеся, гладкие, очень легкие. Отлично промывает этот шампунь и также и бальзам. В общем, парочка просто замечательная. Сама еще не раз повторю, когда немножечко подзакончу свои запасы многочисленные, а вам могу порекомендовать. Обязательно попробуйте, очень классные. Дальше идет у меня вот такой вот шампунь. Это Le Petit Marseillais, мягкость и сияние, лен и молочко сладкого миндаля. Ну вот у этого шампуня мне аромат не понравился, какой-то был горьковатый, такой миндальный. Но промывает волосы хорошо, не пересушивает их, не спутывает. Поэтому могу посоветовать, тоже такой проходной продукт, в принципе, ничего плохого. Ну и вау, тоже я о нем сказать не могу. Так, дальше. Вот такой шампунь. Это Планета Органика. Натуральный освежающий шампунь. Он идет мне на органическом соке спелой полярной клюквы. Девчонки, вот этому вот шампуню я просто могу петь оды. И я как только увижу его в магазине каком-нибудь, я обязательно себе куплю, наверное, даже упаковочки 3, а то и больше. Потому что этот шампунь очень классный, он отлично промывает волосы. Вот, кстати, на уровне вот с вот этим вот шампунем, он очень тоже классный, отлично промывает, не пересушивает, волосы не спутываются, расчесываются после мытья отлично, и аромат остается на волосах, прям такой бодрящий, свежий, очень приятный, поэтому рекомендую, рекомендую. И также он очень классно освежает кожу головы, прям вот. Вообще супер, очень мне этот шампунь понравился. Дальше вот такое вот средство, это бальзам-ополаскиватель, дополнительный объем от Pantene Pro-V, тоже очень понравилось, тот же самый эффект, что и у вот этого шампуня, и у вот этого шампуня. Очень классный, хоть это и бальзам, но волосы просто шикарные, они блестящие, они приятный на ощупь, и аромат также после этого средства их остается очень приятный, и не спутываются волосы, легко расчесываются. В общем, я просто в восторге от этого средства, тоже рекомендую, рекомендую попробовать его абсолютно всем. Дальше у меня идет вот такое средство от Pantene Pro-V, также это бальзам-ополаскиватель «Воздушная пена». Тоже аромат здесь просто обалденный, остается на волосах. Волосы отлично очищаются, они с таким очень приятным, классным объемом, такие прям, знаете, какие-то воздушные волосы, я даже не знаю, как это описать, но, в общем, ощущения просто потрясающие. Мне прям было очень приятно постоянно трогать свои волосы, потому что, ну, они были очень классные, приятные на ощупь.
Также, да, классное средство, девчонки, рекомендую тоже. Просто берите и попробуйте сами. Так вот на словах не объяснишь, насколько это средство потрясающее. Дальше вот такой вот шампунь от чист... не шампунь, а бальзамополаскиватель от Чистой Линии, который вот я брала себе для окрашенных волос. Ну, кстати, вот аромат, я не знаю, так пахнет клевер или это как-то просто слишком химическая душка, химозная такая, но аромат какой-то такой резкий, горьковатый, какой-то специфический лично для меня, неприятный. Но само средство волосы отлично очищает, промывает, понравилось. Вот, напитывает их приятно, поэтому Чистую Линию я очень люблю косметику, но этот аромат мне не понравился. Дальше я вам покажу мои гели для душа, которых закончилось очень-очень много. Многие даже у меня спрашивают, ты что, пьешь их что ли, что у тебя каждые пустые баночки, столько их много заканчивается. Нет, девчонки, я их не пью, но просто я могу помыть гелем для душа и руки, и также могу просто там тело помыть. В общем, использую для всего, если мне нравится аромат. Ну, только на себя, в принципе. Посуду мыть я уж гелем для душа точно не буду. А вот руки, там, ножки просто помыть, то вполне себе могу. Закончился вот такой гель для душа, детский гель. Это с яблоком. Очень приятный аромат. Такая вот серия Гадкия. Тоже очень понравился. Приятный аромат зеленого яблочка. Кожу не сушит, отлично очищает. Классный гель. В принципе, я не знаю, что еще можно о гелях сказать. Ну, и также он пенится хорошо. Дальше вот такая вот у меня закончилась парочка. Это от Avon Naturals, экзотический кокос и карамбола. Освежающая серия. Очень понравились. Здесь очень приятный такой прям, знаете, натуральный аромат кокоса. Очень мне прям он в душу запал, поэтому повторять обязательно буду еще. Очень-очень классные. Это вот у меня идет спрей. Вот такой вот. И также гель для душа. Очень классные, девчонки, рекомендую. Освежают на ура. Гель отлично очищает кожу, пенится. Суперский вообще. Как-то в этих пустых баночках у меня слишком много любимчиков. Также вот такая вот миниатюрка геля от Dolce Milk. Это молоко и земляника. Вроде как земляника. Да, земляника. Очень мне понравился, классный. Пахнет какими-то печеньками с клубникой. Какой-то вот прям, ну, очень тоже приятный, понравился, рекомендую. Классный гель и пенится, он тоже отлично. Дальше вот такой подошел к концу гель от Нивея, это свежесть кислорода. С экстрактом белого чая помогает коже дышать. Тоже, девчонки, классный гель, отлично кожу очищает. У него такая, более такая густая, тягучая консистенция. Также он какие-то вроде как в себе частицы содержал. Я, честно, уже не помню. Какие-то микрогранулы вроде как. Вот, тоже гель классный, очищает отлично, пенится хорошо. Все супер. Дальше вот такой вот гель. Это уже ФА, энергия витамины, витамин Е плюс гуава. То же самое, гель классный, отлично пенится, кожу не сушит, очищает хорошо. И аромат у него очень классный, такой прям экзотический. Так, дальше идет у меня вот такой вот гель для душа. Это от Milk, хорошее настроение, крем-гель для душа, клубничный коктейль. Вот знаете, девчонки, есть такие вот молочные коктейли от Чудо, вот с клубничкой есть. Вот это прям вот молочный коктейль, это вот его аромат вот этого коктейля. Просто обалденный, очень мне понравился этот гель. Только лишь за ароматом можно его приобрести повторно. Он, конечно, очень жидкий по своей консистенции, но пенится он хорошо, кожу очищает тоже отлично, но немножко он мне все-таки кожу подсушивал. Но для меня это не критично, потому что каждый раз после душа я использую боди-баттеры различные и также просто какие-то крема, лосьоны для тела, поэтому для меня это нормально. Так, наболтала уже много, показала пустых банок еще мало, надо ускоряться. Много слишком я болтаю. Вот такой он гель для душа от Эвансенсис, лимитированная коллекция, умиротворяющая гармония Востока с ароматом жасмина и зеленого чая. Тоже гель от Эван я очень люблю, приятно пахнет, не сушит кожу, отлично ее очищает, пенится тоже супер. Классный гель, девчонки, рекомендую.
Дальше вот такая у меня закончилась парочка гелей от Palmolive. Почему-то эти ароматы мне напоминают детство. Вот кто помнит, раньше у нас в детстве было такое мыло, называлось оно Дуру. Оно было, знаете, такое белое с такими вот полосочками, там красными, синими, вот в общем-то, вы, думаю, поняли. Ну, может, сейчас такое продается, просто я его не видела. В общем-то, у вот этих вот гелей ароматы тех самых мыл из моего детства. Допустим, вот это вот средство, гель для душа, у меня идет с расслабляющим гель для душа с фирмы маслами, лаванды и иланга-ланга. Тоже очень приятный такой классный аромат, прям ассоциация у меня с детством. И также вот такое твое очарование, это с фирмы маслами дамасской розы и экстрактом жасмина. Тоже очень классный гель, отлично они очищают кожу, не пересушивают. И ароматы прям вот просто для меня лично шикарные, поэтому могу вам посоветовать. И пенятся они очень классно. Дальше вот такой вот наконец-то добила от Нивеи шелковый мусс для душа, нежный ирис. Очень мне он тоже понравился, такой имел такой прям воздушный такой легкий аромат, понравился мне. Да, слишком много слов такой-то, надо исправляться, сама замечаю. Так, он у меня идет с экстрактом шелка, в общем, очень классный, муссовая такая консистенция, кожа очень мягкая после использования, понравился, сейчас такой же использую, только лимонный. Также такой же у меня был малиновый, который мне по аромату не очень понравился, но этот был, конечно же, неплохой. Дальше вот такой гель для душа от Ифраше, это лаванда и блэкбери, это ежевика, да. Тоже приятный аромат, уже повторно, да, мне подарили его вроде как день рождения, что ли. В общем, вторая моя баночка, классный гель, обязательно приобрету еще, мне он понравился. Также вот такая вот новинка от Ифраше весенняя, это хлопок и мимоза гель для душа, такой довольно-таки большой у него объем, целых 400 мл. Тоже мне очень понравился, классный гель, кожу не сушит. И, конечно, аромат у него приятный, на любителя. Мне как-то он не особо понравился. Я больше такие люблю свеженькие, сладковатые слегка, но не такие вот как-то более цветочные. Также вот такой вот гамаш подошел у меня к концу от Ифраше. Это малина и мята, очень классный. Это гель-гамаш идет для душа. Классный, хорошо скрабировал кожу, отлично ее очищал и пенился хорошо. Классно, рекомендую. Дальше вот такой вот скраб для тела, апельсин и ваниль. Когда-то такой у меня был с малинкой, тоже очень понравился. Этот тоже был классный, приятно пах апельсином, ванили здесь я не чувствовала. Классный, рекомендую. Ну, кстати, антицеллюлитный эффект не дает. Вот лично у меня. Дальше вот такой вот закончился у меня скраб, это от Чистой Линии, скраб для тела Фитобаня, масло кедровых орешков, пихта сибирская. Девчонки, он так приятно пахнет этой вот пихтой или пихтой, не знаю как правильно, пихтой. Вот, очень классный, такой прям у него, знаете, еловый, очень классный, приятный аромат, как будто вы только вышли с бани, распаренная такая вся. Классно, использовала, конечно, его только для тела, для лица я не использовала. Приятный, такой довольно-таки грубый, но мне он понравился, могу вам посоветовать. Очень потом гладкая после него кожа. Закончила вот такой вот мусс для тела от Organic Shop, это земляничный йогурт. Приятно, действительно, пах каким-то йогуртом земляничным. Хорошо кожу увлажнял, ну, конечно, впитывался он довольно-таки долго. После него оставался такой прям липкий масляный эффект на коже. Это мне, конечно, не понравилось. Больше такие приобретать не буду. Ну, это лично мое мнение, может быть, кому-то нравится, но мне нет. Дальше у меня закончилось вот такое уже средство. Это жидкое мыло Фитобаня для рук. Эффект бани теперь в ванной. Тоже аромат, как и у этого скраба, очень приятный. Быстро я его закончила. Тут объем 520 мл, потому что я постоянно мою руки. Вот постоянно. Поэтому мыло для рук для меня это тоже расходный такой продукт, что закончится очень-очень быстро. Также я закончила два мыла для рук от Faberlic. Первый у меня идет с
смородиной и ежевикой, очень классный аромат, приятный. И также манго и папайя. Приятные ароматы, отлично очищают кожу, очень мне нравится, рекомендую. Ну и пенятся они тоже хорошо. Поэтому понравились мне очень. Дальше подошел у меня к концу вот такой вот крем от Чистой Линии. Это крем увлажнения для лица, вторая моя баночка. Очень нравится, хорошо увлажняет кожу. Это алоэ и земляника. Вот такой он в баночке шел. И он выглядит вот таким вот образом. Крем увлажнения, очень классный. И дальше вот такой вот у меня закончился крем. Это идеальная кожа, это крем-гель для лица. Вот, девчонки, как раз таки этот крем мне не понравился. Он идет с гранатом и ромашкой. В принципе, да, он неплохой, он увлажняет. У меня тут небольшая трагедия. Сел телефон, подзарядила, теперь доснимаю для вас видео наконец-таки. В общем-то, девчонки, вот такой вот крем-гель для лица, он действительно хорошо увлажняет, но когда я наношу его на свое лицо, точнее, когда наносила его на свое лицо, у меня потом лицо так горело, вот все время, пока этот крем находился у меня на лице, и многие окружающие, мои знакомые делали такие мне, как бы, не то что там комплименты, просто, ну, спрашивали, типа, Наташа, что такое у тебя лицо сильно красное, типа, ты что, тебе что, жарко, что ли, хотя... Как сказать, у нас не было в кабинете, когда я была на учебе, жарко, но когда этим кремом намажешься, потом просто лицо все горит, оно красное в течение всего дня, поэтому, ну не знаю, увлажняет хорошо, но ради такого эффекта нет и нет. Он прям так сильно разогревал мою кожу, что кошмар, я ходила вся красная, как помидор, поэтому, ну... Такое неоднозначное мнение, но попробуйте, быть может, вам он подойдет, но лично мне нет. Я была сама в шоке, что я такая хожу красная, как помидор. Дальше закончился у меня вот такой вот продукт. Это тоник, освежающий соком алоэ. Очень мне он понравился, в принципе. Единственный минус, то, что у него вот эта вот крышечка, как видите, да, она очень неудобная, когда, то есть, вы наливаете средство на ватный диск, оно еще переливается вот сюда, вот, это очень неудобно, поэтому повторно не приобрету чисто из такой вот упаковочки. Дальше закончился у меня ополаскиватель для полости рта, приобретала его в фикс-прайсе. Неплохой ополаскиватель, отлично очищает полость рта. Мне понравился, хотя многие их ругают, ну не знаю, мне понравился бюджетный такой вариант, отлично очищает. Далее закончились у меня две зубных пасты от Блендамед, это нежная мята и бодрящая свежесть. Неплохие зубные пасты, хорошо очищают зубки, вот, но не отбеливают их. Так нормальные и на вкус они тоже очень приятные, такие мятные. Дальше у меня закончились три вот таких вот средства. Это у меня, значит, идет маска блеск для волос, маска объем для волос и восстанавливающий бальзам для волос. Вот у этого средства очень приятный морской аромат, он мне прям в душу запал. Он оставался на волосах, он идет с морскими минералами и органическим маслом какого-то фукуса. Я не знаю, что это такое. В общем-то, классное средство. Я знаю, есть такой еще шампунь. Парочка у этого средства. Возможно, как-нибудь приобрету. Дальше маска «Горячая новость», органический бразильский кофе и коричневая палочка. Тоже аромат мне очень понравился, классный был и свойства очень хорошие. Волосы потом очень мягкие, такие гладкие и нежные. Нежные. Что за слово? Рассыпчатые, господи. Маска блеск для волос, свежий сок мексиканского кактуса и органический колумбийский зеленый кофе. Тоже волосы действительно, девчонки, очень хорошо блестели от этой маски. Мне она понравилась. Они такие были свежие, напитанные. Но единственный минус то, что маленький объем. Всего лишь 100 мл. Очень мне, кстати, это средство понравилось. Классное было. Дальше подошел к концу вот такой вот лесной бальзам при кровоточивости. Тоже очень мне понравился, хорошо очищает, освежает. Очень классно, рекомендую, девчонки. Также зубная паста от Splat Professional, это отбеливание плюс.
Тоже эти зубные пасты очень люблю, они хорошо очищают, они очень такие прям ядреные, мятные, ну такие я люблю зубные пасты, и они, кстати, действительно зубки отбеливают, так что да, очень-очень классные. Также подошел у меня к концу вот такой вот от чистой линии гель свежесть для ног, снятие усталости, это мята и медуница, легкость 24 часа, охлаждает и тонизирует. Тоже классное средство, действительно очень хорошо охлаждает ножки, они такие прям легкость чувствуют после использования этого крема, очень мне понравился. Здесь такой вот идет объем, классный крем, девчонки, рекомендую. Также подошел у меня к концу вот такой вот крем от марки «Бархатные ручки». Это роскошь с маслом ореха макадами. Это моя уже вторая или третья упаковочка. По-моему, уже третья. Тоже классный крем. Напоминает мне аромат какого-то парфюма. Очень нравится. Рекомендую вам тоже. И он, кстати, очень быстро впитывается. Вот. Также подошел у меня вот такой вот продукт. К концу это от Эфраше с календулой. Такой вот шампунь мне давали от пробник в бутике Эфраше при покупке там каких-то товаров. Я уже не помню, что я покупала. Тоже очень классный, отлично очищает, промывает волосы. Аромат тоже приятный. Дальше вот такие вот у меня закончились два аромата. Первый от Ифраше, это какая-то у них была лимитированная коллекция, клюква и миндаль, очень мне тоже он понравился. Такой прям сладко-бодрящий аромат. И также от Фаберлик, это Бонбон Шери, это коллекция Маши Вэй. Тоже очень приятный аромат, небольшой такой объем. Красивый такой очень дизайн у этого парфюмчика. Мне он тоже очень понравился. Классный был. Дальше, девчонки, у меня закончились два геля для умывания, тоже от чистой линии. Хорошо очищают кожу, очень мне нравятся. Этот идет с алоэ вера, это с цинком, мятой и ромашкой. Этот даже немножко охлаждает кожу. И также вот этот вот тоже был неплохой. Тоже глубоко очищает, матирует и освежает. Классные умывалки. Они, конечно, не избавляют мою кожу от прыщей и черных точек, но очищают ее отлично, каких-то там загрязнений, от жирного блеска. Поэтому могу вам тоже порекомендовать классные средства с очень приятными ароматами. И также закончился вот такой вот лосьон против черных точек, глубокое действие с цинком, алоэ вера и ромашкой. Это чистая линия, серия «Идеальная кожа». Тоже очень классный, матирует кожу. Он, конечно, от черных точек не избавляет, а просто очищает кожу, и прыщей у меня было меньше. Поэтому это, конечно, все сказки, что от черных точек он избавляет. Дальше вот такая вот закончилась парочка от Виленты. Это разогревающая детокс-маска и охлаждающая маска для лица. Тоже мне очень понравились, но от черных точек они не избавляют, а просто делают их менее заметными. Ну и кожа после использования очень такая гладкая, нежная. Вот эта вот маска, она раскрывает поры, а вот эта маска сужает поры. Также они матируют, выравнивают тон кожи. Очень мне понравилась эта серия. Но, конечно, черные точки они вам не уберут. Это я вам сразу говорю. Хотя, может быть, у кого-то не убирают. Но лично у меня такого не было. Дальше вот такая вот закончилась у меня маска. У меня такая уже была только с каким-то другим компонентом. Ну, вот это у меня идет черная вулканическая пузырьковая. А это вулканический пепел. Тоже очень классно, выравнивает тон кожи, делает кожу очень гладкой и мягкой. Действительно очищает. Очень такой приятный эффект, когда это тут у вас все пузырится на лице. Классная, рекомендую обязательно. Хорошая. И лекала у нее очень даже удобная. Дальше подошла к концу вот такая у меня черная какая-то пенка. Приобретала ее в Магнит Косметик, очень мне понравилось. Хорошо пенилась, очищала кожу, я ей осталась довольна. Ну и также немножечко ее подсушивала. Вот, очень классное средство, рекомендую. Также закончился вот такой вот крем в виде лимона с ароматом таким приятным, цитрусовым. Приобретала в Литуале, классный крем, он такой довольно-таки питательный. У меня он слишком долго впитывался в кожу, но очень мне понравился.
Так что хороший кремик могу вам посоветовать. Дальше подошел мне вот такой вот еще крем. Приобретала его тоже в Литуале. Он мне идет как такое тайское манго. Тоже как бы мне не понравился. Вот лимон понравился, а это как-то вообще не особо. Он тяжело вообще выдавливался в этой упаковочке. Аромат какой-то химозный. И также он долго впитывался, поэтому, ну, тоже, знаете, такой продукт не очень. Вот, больше его не приобрету. Мне вообще не понравился. Не знаю, ужасно будет для меня лично крем. Так, дальше подошел мне к концу вот такой вот от Avon Care. Это легкое увлажнение, очищающий гель для лица. Он идет с экстрактом огурца и зеленого чая. Вот, тоже очень классный гель. Хорошо кожу очищал, не сушил ее. Приятный, имел аромат. Очень мне понравился вот такой вот гель. Девчонки, это были все мои пустые баночки за месяц май. Кому это видео понравилось, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А я вам всем желаю хорошего настроения, отличного дня и всем пока-пока. Вот такая вот гора.